Холстин вроде раньше покрепче играл, по крайней мере, он песни плохие, и соул сочинял, отличие от Попова, но Холстин взгляд какой-то наркоманский. Где вы это берете? То есть, какие песни? Все песни, которые вы любите и знаете, сочинял не Холстинин, все арийские хиты, все «Ночь, короче, дня», «Улица роз», ну, все, что вот вы прям вот обожаете, всякие «Осколки льда» и так далее. Холстинин, вот берете любой альбом, и самую задрипанную песню, которая будет на альбоме, это как раз написал Холстинин, какой-нибудь «Вампир», допустим, на «Химере» и так далее. То есть просто вот самую дресню, которая даже на концертах обычно не играет, просто возню какую-то. Вот ее написал Холстинин. Все ломовые арийские хиты, которые сносят башню, это всегда написал Дубинин. То есть как вы, ну неужели вы биографию не читали? Ну есть же все как бы объяснение, все как бы, как так можно-то? Сейчас.